едешь, едешь, дальше будешь. Это точно не про участников чемпионата УРФО по автокроссу. На трассе экстрим-парка Кема бушуют настоящие страсти. Рев моторов, бешеный дрифт и езда на таран. Гонка не на жизнь, а на скорость. Это массовый старт. У пилотов есть возможность бороться колесо к колесу. Самый ответственный момент – это старт. Первый поворот даже называется стартовая мясорубка. То есть очень важно занять нужную позицию, этот поворот хорошо проехать. Скорости все возрасты покорны, в гонке участвуют даже дети. Они соревнуются на багах класса D3 Mini юным пилотам от 8 до 12 лет. К примеру, Себастьяну Береснёву всего 10, но он уже опытный гонщик. Автокроссом занимается 2 года. Меня папа все это время заставлял, и потом я сам решился уже на это пойти. И что, нравится? Какое место заняли? Как вы проехали? Ну, я первый. Ну, я хорошо так-то проехал, мне понравилось. Гонка для взрослых проходит в классах кузовные автомобили и багги. По 3 заезда в каждой категории. Задача участников – проехать 5 кругов, лихо преодолев все трамплины и повороты. Прямо сейчас стартует 2-й финальный заезд. Багги, машины преодолевают 1-й поворот. Он самый опасный. В прошлый раз на нем столкнулись автомобили, но сейчас, как мы видим, проехали абсолютно успешно. Ребята, вперед! Критерии простые. Кто первый приехал на финиш, кто первый увидел финишный флаг, тот и победил. Все очень просто, грубо и цинично. Автокросс – одна из самых зрелищных дисциплин автогонок. Адреналин испытывают даже болельщики. Затаив дыхание, зрители следят за исходом заездов. 25-й мне понравился. Ну и на 74-й, но он сразу сдулся. Кричали, поддерживали? Конечно, а как же. Там меня можно везде увидеть, где я тут орал, свистел. Тут самый-самый болельщик. А покажите, как кричали. Ура! В чемпионате участвуют гонщики со всего Урала. Машины прибыли из Челябинска, Златоуста, Екатеринбурга и других городов. Кстати, первые места во всех 3 классах D3 мини, кузовные авто и багги по итогам соревнований заняли пилоты из Свердловской области. За счет чего удалось-то выиграть и всех обогнать? Опыт, в первую очередь. Лезем долго очень. Занимаюсь, так сказать, с 5 класса картингом занимался. Потом после армии уже просто. Победители гонки получили не только медали и кубки, но и новые возможности. Ведь чемпионат УРФО – это отборочный тур на Кубок России по автокроссу, который состоится на этой же трассе 7 августа. Так что совсем скоро гонщики встретятся и вновь устроят настоящий форсаж. Анастасия Кныш, Рамиль Газеев. Наше утро.